51 тысяча доз вакцины от коронавируса поступит в Ульяновскую область до 1 марта. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В приоритетном порядке вакцинируются врачи и учителя, а также граждане с хроническими заболеваниями, с учетом отсутствия противопоказаний. Медики разрешают делать прививки против коронавирусной инфекции и жителям старше 60 лет. Достаточно обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства. Врач определяет показания и противопоказания к процедуре. От коронавируса только за сутки скончались 12 человек. Данные опубликовал Федеральный оперштаб. За последние 24 часа на территории Ульяновской области выявили 247 новых случаев заболевания. Выздоровели 237 человек.